Ребята, перед началом ролика хочу вам посоветовать свой сайт по продаже аккаунтов и открытию сундуков. Если вы не знаете, где честно купить аккаунт, то вам именно сюда. Также на моем сайте можно дешево выиграть гемы, ссылку на сайт я оставлю в описании. Ознакомьтесь с третьим разделом на часто задаваемые вопросы. Ссылка в описании. Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня у нас тема ролика будет про турниры в Clash Royale. Мои зрители постоянно меня просят на стриме, чтобы я проводил для вас разные турниры. Я стараюсь проводить их каждый стрим, но это на 500, на 100 гемов максимум. На большее у меня нету финансов, чтобы проводить их каждый день. Соответственно, сегодня мы, ребят, поговорим про полезную вещь, такие как турниры, точнее такую как турниры на 10 тысяч гемов. Тут может участвовать 1000 игроков, и, кстати, с нами сегодня в скайпе Кот Наркот, и поздоровайся со зрителями. Всем привет! Я надеюсь, вы поняли, что сегодня у нас тема ролика пойдет именно про турниры за 10 тысяч гемов. Совершенно бесплатно каждый из вас может принять участие в турнире за 10 тысяч гемов, каждый день абсолютно играть в них. И сегодня мы об этом поговорим, ребята. Есть определенный ресурс, где высвечивается название турнира и, соответственно, пароль от него. Я сейчас говорю не о тех пабликах, которые сливают разные пароли, утечки какие-то, да, кто-то спалил пароль, и всем о нем рассказывать. Нет, я сегодня не об этом буду говорить, и на самом деле есть определенный ресурс, где абсолютно каждый может зайти и посмотреть список турниров и посмотреть от них пароль. Но, ребят, я об этом сниму отдельный ролик только тогда, когда мы на этом видео наберем 7000 лайков, и каждый, кто подпишется на мой канал, поставит лайк, включит колокольчик, и как набирается 7000 лайков, я обязательно сниму об этом ролик, и абсолютно каждый из вас может принять участие в турнире за 10 тысяч гемов и, блин, и выиграть максимум 2000 карт. Это круто, это совершенно бесплатно. От вас всего лишь требуется подписаться на мой канал и поставить лайк. Набираем 7000 лайков, я снимаю об этом видео. Сейчас более подробно об этих турнирах нам расскажет Кот Наркот. Мы в конце этого ролика откроем сундук за третье место, посмотрим, что выпадет. На фоне повторов мы будем говорить про эти турниры. И, в принципе, так, все, повтор я включил. Рассказывай про эти турниры, что ты хотел нам рассказать. Потому что я в них не играл, это он мне про них рассказал. Говорит, покажи своим зрителям про этот ресурс, возможно, они тоже будут играть. Давай, откуда узнал? Ну, в общем-то, смотри, значит, этот турнир создался теми же, ну, людьми, китайцами, что и создавались на 15 тысяч карт, помнишь? Ну да, да. Турниров было, да? Да. А, так вот, это сейчас также еще Supercell, это сами рекламировали, что будет вот весной и осенью вот этот турнир. Это связано как-то с этими турнирами, которые да, вот сейчас... Да, потом будет отбор, ну, специальный отбор будет, понял? Угу. Турнирная сетка и все такое. А как долго эти турниры сейчас происходят? Давно они, ну, давно ты узнал об этом? Ну, неделю где-то, я не знаю. Ага. Я узнал слишком поздно почему-то, ну, все люди искали там в пабликах, я что-то заколебался, вот реально. У меня всего лишь был один паблик. Ну, смотрите, ребят, такой момент, возможно, ну, мне кажется, процентов 100, что найдется, ну, найдутся люди, которые знают об этом всем. И те, кто смотрит сейчас ролики, знают, где найти этот турнир, ребят, ну, вы не думайте только про себя, потому что я уверен, что большинство об этом не в курсе. Я в том числе не был, потому что, как рассказывает Кот, он вчера зашел на турнир, и, блин, он не сразу забился, да? То есть большой, ну, большой промежуток времени смотри, были места. Сейчас давай дальше рассказывай. Угу. А, мне друг посоветовал, значит, сайт, на котором все вот эти вот пароли там выкладываются. Угу. Ну, официально выкладываются. Угу. Я зашел на этот сайт, зарегистрировался, и сразу там по континентам разделяется. То есть это Северная Америка, это Латина Америка, это Латам называется турнир. И это Европа, ЕУ. А Европа уже прошло 500 где-то турниров, Латам 250, ну чуть больше. Ничего себе. Да, это всего, ну где-то 800 турниров где-то прошло. И все на 10 тысяч геймов, да? Не да, меньше? Да, все. Круто. Ну, китайцы устраивали. Блин, это круто. Да, так вот, значит, зашел на ЕУ турнир, то есть европейский. Я зашел слегка с опозданием, 10 минут, как уже турнир начался, то есть 50 минут до конца, и там было 800 человек. Понимаешь, то есть турнир вообще не забивался. А, то есть турнир уже заканчивался, а было 200 мест, правильно? Ну да, 200 мест был, и потому что... Все потому, что в группах паблика ВКонтакте это не публикуется пароли почему-то. То есть я не нашел нигде. То есть но абсолютно знаю, любой человек может зайти, да, и пароль этот спалить. То есть да, зайти. Да. И да, ребят, и на самом деле, просто знаете, в основном проблема была в том, что когда создаются такие турниры, вечная проблема и бомбеж, что я не успел. Кто-то раньше спалил пароль, да, вот помнишь, когда турниры на 250 тысяч геймов были.
то здесь нет. В этих турнирах китайских абсолютно каждый успеет. То есть, если вы хотите, ребят, с вас всего лишь лайки и подписка на мой канал. Я для вас запишу отдельный ролик, где вы можете найти, где зарегистрироваться, все подробно расскажу, покажу. И вы будете катать в этих турнирах, потому что вы постоянно меня просите, чтобы я для вас их создавал. Но у меня нету возможности их постоянно делать. Поэтому у меня есть возможность показать, где вы можете найти доступ к этим турнирам. Окей. Ты занял третье место, мы, кстати, сейчас откроем сундучок за это. Что тебе помешало первое занять? Жесткие здесь игроки играют или... Да, конченые какие-то. Да? У меня просто бомбит. Ну, мы не будем отбивать желание у людей, как бы, играть в этих турнирах. Пускай заходят и пробуют себя, ну, никогда не отказывают в этом. Потому что турниры — это всегда классно. Ты, во-первых, можешь... А там, кстати, первое место какое-то, ну, занял. Так что... Ну, а ты вообще рассчитывал на третье место или претендовал выше? Я вообще думал, что первое на изи возьму. Да? Почему-то не зашло. Но ты на первой позиции был, да, насколько я понимаю? Ну, конечно же, да. Минут за 20. Но все равно, я считаю, что даже третье место, 800 карт на халяву, то есть ты не потратил гемы вообще, да, абсолютно же бесплатно ты вошел, ты же не покупал место. Ну, да, конечно. Ну, то есть есть ребята паблики, которые продают места, продают пароли от турниров, то есть, ну, не ведитесь на это, точнее, ну как не ведитесь, возможно, они правда это все делают, но зачем тратить деньги, когда в турнир можно войти, где какой-то человек или, вот, допустим, как вот сейчас проходит, я не знаю, что это, как это называется... В общем, ну какой-то олимпиад или нет, или что это? А, Крон Чемпионс. Да, Крон, ну, в общем, да. Когда проходят вот такие вот мероприятия, можно принять участие совершенно бесплатно. И это, блин, круто. Я считаю, что и так игра достаточно денег берет с карманов наш пользователей. Я считаю, что вообще тратить деньги на то, чтобы участвовать еще в турнирах, блин, это бред. Вот. Ну, поэтому, ребят, давайте набираем лайки, я показываю вам этот турнир. Что еще хочешь рассказать про турнир, или ты больше ничего интересного не знаешь? А, ну вот смотри, значит, я когда-то брал и из пабликов, то есть пароли, это где-то 13-14 числа, я точно не помню. А, дважды взял пароли, ну то есть я зашел на турнир, это полчаса вот, и все забились, то есть 1000 человек за полчаса максимум, ну минут за 40-50. И все, то есть дальше нельзя было. Ну конечно, все же зависит, сколько в паблике людей. А, ну, вообще просто вот есть определенные турниры и пароли, которые сливаются в пабликах. То есть в любой паблик зайди по турнирам, им на вот это все будет. Ну да. То есть одни берут у одних, другие у тех же, и все повторяется. Никто не хочет зайти. Ну, на самом деле есть официальный ресурс, да, об этом, как бы. Да. Все люди в поисках пабликов, да, в поисках сливы паролей, а все лежит на поверхности, на самом деле. Если кто-то знал об этом, то, ну, вы молодцы, классно, пользуйтесь. Если кто не знал, я для вас думаю, это будет полезная информация и круто, я думаю. Я тоже буду, кстати, я вот не знал, мне вчера кот предложил, у меня на самом деле нету времени играть в них, в эти турниры, но это круто, все равно за 10 гемов принять участие бесплатно, неважно, займешь ты, ну не займешь ты призовое место или там какую-то первую тройку, ну ничего страшного, ты не тратил свои деньги на этот турнир. Обидно, когда ты создаешь турнир этот, пытаешься занять первое место и занимаешь последнее, вот это, конечно, больше обидно. Да, я не знаю, я сейчас включил повтор, где ты выиграл или где проиграл, я что-то не посмотрел. Ладно, давайте на X2 досмотрим. В принципе, про турнир я все сказал. Условия вам тоже объявил. Это подписка на канал. Включить, нажать на колокольчик. На колокольчик вы нажать сами принимаете решение, нажимать вам или нет. Потому что если вы нажмете на колокольчик, вам будет приходить уведомление о моих роликах. И вы не пропустите это видео. И будете в числе из первых просмотреть это видео. И узнаете, где смотреть пароли от таких турниров. Потому что, мне кажется, если потом уже все будут знать об этом, ну не все будут успевать попадать в эти... классные турниры. Давно ты уже в них играешь? Ну, вот вчера что-то поиграл два турнира, ну еще и 13 или 14 числа. А, и да, кстати, ребят, ну, турниры турнирами, вы узнаете, как в них попасть. А ставьте лайк также, если вы хотите еще колоды, как в турнирах играть. Ну, в принципе, я колоду уже показывал, она не меняется, это Голем плюс 3 мушкетера. С ней кот играет и в глобале, и в турнирах все так же тащит. Если кто, ну, может, есть новые зрители, которые об этой колоде не знали, не видели ролик, я запишу еще раз повторно, если есть в этом надобность. Еще раз расскажем, покажем, как с ней играть. Впрочем, я думаю, все. Колоду вам запишем, как попасть в турнир я для вас запишу. От вас, ребят, только лайк и подписка на мой канал. Все, а я дальше буду для вас стараться пилить полезный и интересный контент. Что, я, в принципе, сказал все, ты тоже про турнир все? Ну, я, в общем-то, еще вот одно такое, что дополню. На официальном ресурсе, ну, пишется, после двух сезонов сражений два игрока выйдет из каждых 8 регионов по всему миру. Ну, то есть, ты
понял. А, то есть ты можешь еще попасть в эту... Не, ну я, конечно, не могу попасть, потому что там слишком много людей. Но шанс есть. Ну, как бы... Ну, я понял. Два сезона это будут идти турниры вот эти. Я понял, отбор. То есть сейчас весна и осень потом. Ну, давайте откроем сундучок. Как у тебя там по легендаркам? Скоро будет легенда или была уже недавно? Легендаркам. Ну, ладно, давайте открывать. Я трачу гемы, да? 36 гемов. Ну. Поехали. Так, 5600 золота. Ну, скромненький сундучок. Ну, все равно... В принципе, должно выпасть что-нибудь интересное, надеюсь. Так, ракета, отлично. Варвары. Ну, тут уже все у него по максимуму. Так, исцеление. Еще даже не 8 уровень у него. Ледяной дух. Не, не будет легендарки, будет эпическая карта, это фриз. Ну и ладно. В общем, ребят, это все, что я хотел сказать. Впрочем, дальше будет еще много чего интересного. Колод разных на разных аренах. В общем, всего-всего. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментарии, что вы будете ждать этот выпуск, где я сниму отдельный ролик, как попасть в этот турнир. Да и вообще напишите в комментариях, что вы будете ждать ролики. Я пойму, что вы досмотрели до этого момента. Я буду знать, что вы очень крутой парень. На этом я буду с вами прощаться, ребят. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Желаю вам удачи, успехов, всего хорошего. И до новых встреч, ребят. Ждите мои новые ролики. Всем пока.